ты появлялись, стыли теплые ветра, человечки собирались у лимонного костра, ставили в огонь кастрюли, грели руки так и сяк, фарш на ващи дал на стуле, главный между них рыбал. Он поймал сегодня щуку ростом с целого коня, рыси размером с руку и большого окуня. Приготовилась еда, человечки рядом сели, стали есть плоды труда, как позвякивали ложки, тихо чайник закипал, на свету клубились мошки, и один из них сказал: человечки, о чем мы вечны? Тем, что есть вода и хлеб, тем, что рыбу ловим в речку, тем, что солнце дарит свет, или тем, что мы сердечны, тем, что в нас живет душа. Но молчали человечки, рыбу ели не спеша. Спасибо. А мы...